Отступление заключается в том, что последние 20-30 лет на самом деле стремительно развивается такой процесс, который я могу условно назвать делокализацией экономической деятельности. Экономическая деятельность или превращение стоимости все менее и менее становится связаны с конкретной географической локацией. В Советском Союзе все было просто. У нас был завод, труба, заводоуправление, да, не было вопросов, где там юридическое лицо. Было понятно, что где находится. Все находится вот в этом вот месте. Что у нас стало происходить потом? И эта тенденция общемировая. Во-первых, стали расползаться юридические адреса юридических лиц. Что стало приводить к тому, что статистика вдруг нам сказала о том, что в Москве, например, один из основных видов деятельности – производство кокса или что-то подобное. Но все коллеги, которые работают со статистикой, это встречают. А все почему? Потому что там юридический адрес той компании, которая производит кокс где-то. Наряду с этим стали появляться группы компаний или консолидированные группы налогоплательщиков, как их пытались начать 10 лет назад регистрировать, которые стали, естественно, внутри себя создавать центры прибыли и судить по объему экономической деятельности в зависимости от прибыльности тех или иных юридических лиц, тоже стало трудно, а иногда и невозможно. Статистика пытается за этим угнаться, но плоховато она за этим гонится, надо сказать. Я год назад на аналогичной нашей конференции в Белокурихе делал доклад, посвященный удаленной занятости. Я там показал, что статистика показывает нам удаленно занятых примерно в 100 раз меньше, чем их на самом деле по другим оценкам. И эта ситуация не изменилась. И удаленная занятость – это третий как раз аспект того, что происходит вот такое расползание экономической деятельности по регионам. Ну, коллегам обычно просто. Мы судим по статистическим данным, но проблема в том, что эти статистические данные все меньше и меньше отражают места реальной экономической деятельности. У нас может быть фирма с юридическим лицом там, в Москве, с колл-центром где-нибудь в Тамбове, с бухгалтерией в Курске, с отделом сбыта и маркетинга в Брянске, а само производство находится там-то и где-то, и еще и управляется удаленно из какого-то диспетчерского центра, который находится еще в каком-то другом городе. Вот примерно так. Вообще это большой теоретический вопрос о том, что считать местом превращения стоимости в условиях вот такой делокализации. Но я не хочу сейчас этого теоретического вопроса касаться, потому что я и сам не знаю на него ответ. Наверное, это вопрос для работы каких-то теоретиков в сфере экономической теории. Это будет интересно. А сейчас у меня очень такая конкретная и локальная тема. Я хотел бы показать, что введение в экономический анализ такого массива данных, как массив кадастровой оценки, позволяет, на наш взгляд, увеличить наши знания об оценке объема экономической деятельности и об оценке уровня экономического развития той или иной территории. Что такое кадастровая оценка, хорошо известно. Литературы на эту тему очень много, но эта литература вся сплошь посвящена рынку недвижимости. Но я полагаю, что значение кадастровой оценки выходит за пределы рынка недвижимости. Так, как далее? А вот. Да, что такое кадастровая оценка недвижимости? Ну, она проводится примерно раз в 5 лет по постановлению главы субъекта федерации. Он же утверждает оценку. По закону 16-го года в каждом субъекте федерации созданы бюджетные учреждения, которые проводят оценку. До этого оценку проводили частные фирмы оценочные. Существует достаточно большой уже массив не только литературы, но и судебных решений, обзоров судебной практики. Почему? Кадастровая оценка прежде всего, но не только, используется в целях налогообложения, в целях взимания арендной платы за участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. И кадастровая оценка в этом смысле затрагивает интересы, ну, практически всех людей в той или иной мере, прямо или косвенно. Затрагивает интересы всего бизнеса. Ну, для кого-то это, для какого-то бизнеса, который арендует две комнаты в бизнес-центре, это слишком опосредованно, они этого не касаются. Но для того бизнеса, который арендует землю или имеет участки земли, это затрагивает непосредственно. И естественно, что судебная практика очень сильно поднаторела в оспаривании данных кадастровой оценки.
И если 15 лет назад, 8-9 годы, когда закладывались основы массовой кадастровой оценки, можно было считать эту оценку, ну, в достаточной мере произвольной и мало отражающей экономической реалии, то 15 лет спустя, когда во всех регионах проведено минимум 2 оценки, а во многих регионах проведено уже 3 оценки, можно сказать, что кадастровая оценка более-менее стала отражать рыночную стоимость земельных участков и объектов недвижимости. Более-менее, конечно, исключений много. Когда мы стали с этим работать, мы это увидели. И таким образом, на наш взгляд, данные этой оценки начинают приобретать значимость для экономического анализа. Ну, коротко пробежимся, как это проводится. Не буду сейчас подробно на этом останавливаться. Разрабатывается статистическая модель, формулы подбираются и так далее, по видам использования, разного типа земельные участки, разного типа объекты. Опять-таки, это все хорошо отработано. Вот учреждения эти государственные кадастровые оценки, которые были созданы по закону о кадастровой оценке 2016 года, они работают постоянно, не только раз в 4-5 лет, когда проводится массовая оценка, между ними проводятся оценки вновь созданных участков, разделенных участков и так далее. Им есть чем заняться, хотя, конечно, есть вопросы, не слишком ли накладно их содержать. В архивы. Самое главное, что доступны архивы с 2011 года. На сайте Росреестра, пока эти данные не закрыты, ими можно пользоваться, их можно оттуда скачивать и оттуда анализировать. Ну, кому интересно, покажу. Ну, собственно, мы уже год назад статью первую опубликовали на эту тему. И вот такие вот выходные микроданные по объектам, по кадастровым номерам, по типу земли можно получать из этих данных. Да? И, ну, во-первых, возможен анализ распределения объектов недвижимости по стоимости, удельной стоимости и площади, например. Да? Вот, скажем, мы для Ярославской области, для некоторых городов делали такой анализ. Он интересен в плане именно анализа рынка недвижимости. Во-вторых, тоже, вот, допустим, по Ярославской области, по удаленности от Ярославля, как распределяется кадастровая стоимость. Вообще это должно быть интересно эконом-географам, я думаю. И думаю, что эконом-географы тоже к этой теме подбираются, а если еще не подбираются, то вот пора к ней подобраться, и потому что многие эконом-географические данные, на мой взгляд, могут быть как-то так проверены, проанализированы с помощью кадастровой оценки. Микроданные, связанные с муниципальными образованиями, с районами, да, в общем, и более крупные. Вот, допустим, деревни Ярославской области мы стали анализировать. Вроде бы так вот это вот ничего не значит, но тем не менее, когда начинаешь данные агрегировать, анализировать, накладывать их на карту, то тоже получается, что можно делать интересные содержательные выводы. А вот теперь я немного отвлекусь и скажу пару слов о том месте, где мы с вами сейчас находимся. Это город Пересвет. Он стал городом в 2000 году, до этого это был микрорайон города Краснозаводска, назывался он в народе «Новостройка», был он основан в 1947 году, потому что здесь расположилось предприятие «Химмаш», которое и ныне существует, является градообразующим предприятием. И вот с 2000 по 2019 год это был город Пересвет, по нему была статистика муниципальная, это было муниципальное образование. С середины 10-х годов нашего века в Московской области стартовал процесс укрупнения муниципальных образований. Не будем вдаваться, опять-таки, в оценку этого процесса. Я считаю, что это ошибочная политика по укрупнению муниципальных образований. Но привело это к тому, что сейчас мы находимся уже не в муниципальном образовании «Пересвет», а находимся в муниципальном образовании Сергиево-Посадский городской округ, в котором вообще-то расположено целых 4 города. Сам Сергиев-Посад, Пересвет, Краснозаводск и Хотьково, расположено много сельских поселений, а какое следствие важное для экономиста здесь? Исчезла статистика по этим отдельным городам и по отдельным сельским населениям. Ну, кроме населения. Население публикуется, сколько населения в Пересвете мы знаем, но остальная муниципальная статистика исчезла. Мы не можем оценить после образования единого городского округа, как пошло развитие Пересвета, как прошло развитие Краснозаводска, как пошло развитие самого Сергиева Посада и так далее.
То есть у нас исчезают данные на самом муниципальном, на самом низовом уровне. А в чем достоинство кадастровых данных? Что они-то у нас не исчезают, они никуда не исчезли. Потому что кадастровые округа, кадастровые кварталы позволяют сделать анализ территории вне зависимости от границ муниципальных образований и административно-территориального деления. То есть статистики нету, но кадастровые-то данные у нас есть. И если мы научимся измерять, например, тот же самый валовый городской продукт через кадастровую оценку, мы будем все равно понимать, куда дальше идет развитие вот этих городов, которые городами-то формально остались, но статистика по ним исчезла, и муниципальных образований нет. И, кстати, через несколько лет дадим вообще оценку, к чему привело в плане экономики вот это укрупнение муниципальных образований. Ускорилось ли развитие Пересвета или, наоборот, замедлилось? Ну, это можно будет сделать в будущем, а пока мы попробовали сделать вот эту оценку валового городского продукта именно по недвижимости, по кадастровым данным. Хочу сказать, что у нас не было задачи эту оценку сделать фундаментальной. Сейчас по литературе известно 5 методов оценки валового городского продукта. Мы взяли за базу один, это доходный метод. Ну и попробовали вот применить кадастровый метод. Ну, можно сказать, что мы попытались разработать 6-й метод оценки валового городского продукта. Вот. И в целом мы получили неплохую корреляцию по оценке валового городского продукта по доходному методу. Во-первых, на уровне субъектов федерации это тоже можно делать. Вот и на уровне субъектов федерации валовый региональный продукт считается точно и считается Росстатом. Даже вот с валовым региональным продуктом определенная, как мы видим, корреляция есть. Расчета вот соотношения кадастровой стоимости и валового регионального продукта. Причем интересно сидеть и разбираться с каждым этим отклонением, чем оно объясняется. Какие-то там тоже можно содержательные выводы сделать. Вот. Но интереснее, конечно, это делать на уровне муниципальных образований. Ну, собственно, вот гипотеза, что кадастровые суммы могут заменить данные валового городского продукта. Ну, почему? Имущество коммерческих организаций используется для извлечения дохода и таким образом связано с доходом организации, с доходом предприятий, с доходом бизнеса. Имущество физических лиц является воплощением дохода этих лиц. И тут тоже как-то связано, да? Ну, и объем инфраструктурных инвестиций, конечно, тоже. Но дело в том, что здесь можно, конечно, считать по-разному. Мы сейчас с этим экспериментируем. Можно, например, убирать стоимость инфраструктурных объектов, стоимость тех же дорог. Тем более, что по дорогам в кадастре там не все единообразно. В ряде субъектов федерации дороги поставлены на кадастровый учет и оценены. В других субъектах федерации, и надо сказать, таких большинство, дороги на кадастровый учет не поставлены и не оценены, и непонятно, имеет ли смысл эта работа, потому что земля под дорогами не подлежит налогообложению земельным налогом. То есть это такое вот как бы теоретическое действие, можно оценить участки под дорогами, но нужно это делать или нет, непонятно. То есть стоимость земли под инфраструктурными объектами вообще может быть и нужно, и можно исключить. Да, и важно еще, что действительно эти данные позволяют оценивать не только по населенным пунктам, вне зависимости от муниципальных образований. Они позволяют сравнивать данные по отдельным частям муниципальных образований вообще безотносительно к границам. Но, например, в прошлом году у нас была небольшая работа, в ходе которой мы применили этот метод городам Дальнего Востока к центральным частям городов. Мы сравнили центральную часть центра Хабаровска и центра Владивостока между собой. Да, тут как мы обвели границы центра, здесь есть доля субъективности, хотя есть и более-менее тоже объективные методы. Но тем не менее, дело в том, что границы городов, они тоже достаточно произвольны. На протяжении последних 30 лет в ряде субъектов федерации границы городов формально неимоверно расширялись, скажем, границы Магадана или границы города Владимир. Расширенные в несколько раз по сравнению со старыми границами, и в них большое количество формально сельской местности очутилось. В других субъектах федерации границы особо не расширялись. Скажем, границы Красноярска такой процедуре расширения не были подвергнуты. Поэтому вот тут тоже для того, чтобы сравнивать города между собой, может быть, было бы корректнее выделять
какие-то ядра застройки и не включать в сравнение территории, которые не являются, ну, фактически носят характер сельской местности. Ну, это просто я привожу примеры того, как можно было бы эти данные использовать. Ну, есть, конечно, недостатки. Они, эти данные отражают накопленные инвестиции, редко обновляются, попадаются технические ошибки в данных, которые приходится вручную вычищать, хотя кое-какие ошибки программными методами видны. Вот. Ну, вот как мы сравнивали статьи, вот данные статистики, кадастровую оценку и доходную оценку ВРП и ВГП, точнее ВГП, да, как долю от ВРП. Мы по четырем областям так вот попробовали поработать, уже упомянутая Ярославская, Вологодская, Белгородская, Астраханская, и более-менее сравнили оценку ВГП по доходному методу и кадастровую стоимость недвижимости. И корреляция этих показателей значительна. Вот тут, вот, например, видно на этом графике, как она выглядит. При этом, допустим, для малых городов есть сдвиг в одну сторону, для средних и крупных городов такого сдвига нет, но есть именно особенности городов, крупные промзоны или военные объекты, как, или наличие городов-спутников. В общем, мы эту работу будем продолжать. Я полагаю, что такую методику действительно можно было бы довести до конца и углубить. Вот. Что еще хочу сказать? Что тут, конечно, с тем, как везде начинают появляться данные, уже о третьей оценке появляются ряды данных за последние 15 лет. Помимо оценки уровня экономического развития той или иной территории, можно будет со временем переходить к возможности прогнозирования уровня экономического развития отдельных территорий. Данные будут все более и более чиститься от каких-то случайных данных. И надеюсь, что этот вот как бы, что кадастровая оценка займет свое законное место как важный источник данных для экономического анализа для всех нас, кто занимается территориальной экономикой. Спасибо. Вопрос пока сохраняется мыслями. Вот есть статистика юридических лиц, да, ее недостатки понятны, но понятно, что юридическим лицам принадлежат объекты. Вот может ли как-то усилить, скажем так, объединение вот этих баз данных, того же Sparks, там, с детализацией по объектам, с кадастровой оценкой, были какие-то, может быть, такие попытки? Да, мы об этом думали, мы пока к этому не подошли, но, конечно, вот это, да, может. Так как бы выявление данных о принадлежащих земельных участках тем или иным юридическим лицам совместно с использованием базы данных Spark, наверное, может дать какое-то впечатление о разбросанности подразделений отдельных юридических лиц, да. Ну и плюс сама статистика юридических. Да. Так, Андрей Владимирович, пожалуйста. Спасибо большое за очень интересный доклад. Мы, честно говоря, выходили из подобной проблемы немножко по-другому. То есть мы парсили данные агентства недвижимости, чтобы оценивать стоимость, кстати, территории, ну, по квадратным метрам и так далее. И было бы очень интересно вообще это, кстати, сопоставление этих данных, в принципе. Но кадастровые данные, они более, ну, то есть, все, ну, то есть там больше информации получается. Все равно продается-то не вся недвижимость в этом плане. И с точки зрения вот альтернативных оценок, это вот было бы крайне интересно. И второй момент, второй вопрос относительно регрессии, то есть ВРП от кадастровой стоимости. Не основной ли фактор численность населения? Ведь переоценка кадастровой стоимости в РП не будет изменять. То есть не может ли здесь быть, ну, вопросов инструментальных перемен? Да, с численностью населения, безусловно, связь есть, но эта связь, она не всегда
такая прямая, ну, пример, это так называемые спальные города, допустим, в окрестностях Москвы, где жилой недвижимости много, а население ездит на работу в Москву или в другие крупные города. Да? То есть вот такие вещи именно численность населения сама по себе не выявляет. Ну и потом, все-таки численность населения и объем экономического развития, они не находятся в прямой связи. Да, спасибо. Коллеги, Сергеевич. Да, ну вот люди ездят в Москву, понимаете, и там создаются элементы валовой добавленной стоимости. А вы считаете, что по кадастру, что значит, это валовая добавленная стоимость, как я понимаю, у нас создается в Красногорске, понимаете? Так вот у вас как раз дикое искажение может быть, дикое. Ну, вы показываете по корреляции, что вроде есть такая серьезная корреляция, но вот мне как экономисту так, традиционному кажется, что надо пытаться все-таки уловить элементы валовой добавленной стоимости на соответствующей территории, там зарплаты какие-то, прибыли, вот, и вот по ней можно что-нибудь считать. Вот. По кадастру, мне кажется, у меня вот есть серьезные сомнения. Вот я одно из них я прямо с вашего же примера и привел. Ну, это в порядке рассуждения. Так, конечно, оригинальный подход. Ну, он, я думаю, что он один из возможных. Да, но если человек живет в Красногорске, а работает в Москве, его, вся его зарплата учитывается в статистике Москвы. Да? А если человек при этом работает удаленно, сидя у себя в квартире в Красногорске, то это вообще не учитывается никак. Нет, подожди. Так, да, зарплата учитывается в Москве, а то, что... Кадастровая стоимость квартиры в Красногорске. Так, по-вашему, получается, что ВДС создается в Красногорске, а не в Москве. Если вы в ВРП Красногорска оцениваете по кадастру. Я же не сказал, что мы учитываем только кадастровую стоимость жилой недвижимости. Кадастровая стоимость учитывается всей недвижимости. Да? И можно, например, вообще сделать сравнение по кадастровой стоимости нежилой недвижимости. И тогда квартира в Красногорске вообще не будет учтена. Вы абсолютно правы в том, что здесь вот, можно учитывать по-разному. Но так я хотел показать, что вот и есть возможности по-разному учитывать. Только нежилую недвижимость или только жилую, а может быть жилую и нежилую с какими-то весовыми коэффициентами, как-то эмпирически найденными. Тут есть, мне кажется, поле для дальнейших исследований, которые мы собираемся продолжить. И думаю, что тут, если кто-то, кому-то это интересно, если эти исследования будут идти и не только в Москве, да, но и в Новосибирске, то будет только хорошо. Я этот, поскольку мы работаем с Кириллом в лаборатории, я этот доклад слышала, кстати, видела, то есть я в курсе того, как это делается. Вот, и у меня те сомнения, которые я высказывала неоднократно, они как были, так и остаются. То есть работа сама по себе и подход интересный. Но вообще-то валовая добавленная стоимость – результат экономической деятельности, созданной за определенный промежуток времени на определенной территории. Вот как кадастровая стоимость может быть связана с созданной на определенный промежуток времени стоимостью, эта вещь выпадает совершенно. То есть отсюда можно извлекать много разных, как мне кажется, оценок, в том числе, ну, как развивается территория, раз в 4 года меняется кадастровая стоимость. Но это не оценка, не стоимостная оценка экономической деятельности. Это немножко другое. Но это вот то, что я уже не раз высказывала, и теперь вот в очередной раз. И второй у меня, ну, вопрос, или может быть, скорее, интерес. Кирилл Владимирович начал с того, что попытался увязать занятость распределенную вместе с кадастровой оценкой. И вот ваши же примеры насчет того, что бухгалтерия сидит, не знаю, в Брянске там у него 2 комнаты, еще кто-то сидит еще в каком-то месте, у него там 2 комнаты. То есть, а как вы через кадастровую оценку учитываете вот эти вот, то, что они сидят везде и всюду? Это же никакого отношения, я так понимаю, к кадастровой оценке не имеет.
Надежда Николаевна, я это привел как пример того, что традиционная статистика становится в этом смысле все менее и менее точной. Эти комнаты, где сидит бухгалтерия, вы совершенно правы, кадастровая оценка не выявит. И, в общем, мой вывод все-таки сводился к тому, что скорее кадастровая оценка наиболее точно позволяет учесть уровень экономического развития территории. С этим я согласна. Да. Ну, ВГП и не ВГП, а что-то другое. Ну, с ВГП корреляция тоже есть, как вам показывают. Ну, продолжим работу. Это тоже вопрос. Да. Наверное, кадастровая стоимость, она частично должна учитывать способность этих активов производить ту самую добавленную стоимость, поэтому, наверное, основания искать какие-то корреляции здесь есть. Коллеги, хорошо, спасибо большое, Кирилл Владимирович, очень интересный мне показался доклад в духе того, что делаем мы в Институте экономики в рамках построения базы знаний, попытки извлечь из данных дополнительную информацию. Мы переходим к завершающему докладу.